кто ездит на Тарханкут зимой? Два правильных ответа, может быть, у этого вопроса. Наверное, самые большие ценители и любители Крыма, ну и, конечно же, телерадиокомпания «Крым», которая готовится уже сейчас. Как говорится, готовь сани летом, а телегу... А экстрим Крым зимы. А в 2019 году телерадиокомпания «Крым» вещала здесь, на побережье Черноморском. И Ставр Канев, продюсер шоу «Утро нового дня», который помогал создавать эту программу. Что будет интересного, что было сложного и как готовимся к 2020-му? К 2020-му готовимся усердно. Как ты видишь, в декабре месяце мы уже здесь. Осматриваем новые локации, потому что в следующем году будет намного больше всего интересного. И мы будем давать намного больше контента. В июле этого года побережье мыса Тарханкут на 2 недели превратилось в съемочную площадку. Команда выложилась на отлично. В 2020-м действия решили повторить, но сделать его еще круче, ярче и экстремальней. Мы летом столкнулись с чем? С тем, что может ветер дуть, и ты можешь укладывать волосы все утро, и тем не менее это все тщетно. А солнце светит в глаза, поэтому я в очках уже заранее готовлюсь, купила. Но самое главное, что мы хотим позвать еще больше гостей. Они должны быть интересными. Мы подготовим уже сейчас сюжеты на самую разную тематику, и она летом зайдет просто идеально. Над созданием одного двухчасового выпуска работало без малого 20 человек. Сделать укладку и макияж, выставить свет, скадровать картинку. В 9:00 все должно быть готово к прямому эфиру. Масштабы поражают. И я напоминаю, что в 2019 году на Тарханкута выходило не только утреннее шоу, но и наши коллеги с радиостанции «Море» также вещали и проводили очень интересные прямые эфиры. В этом году мы будем работать еще больше, еще интереснее. И Валериана Зырян нам в этом поможет. Рассказывайте, что интересного готовите вы для зрителей? Когда смотреть? Ну, на самом деле, это большой сюрприз, пока что мы конкретно готовим. Но, как ты видишь, даже эта конструкция, которая находится рядом с нами, да, символизирует спорт и фестиваль. «Экстрим Крым» традиционно развивается по принципу «дальше больше», соответственно, так будем развиваться и мы. У нас будет не только утреннее вещание, но, соответственно, и спортивная редакция в полном составе здесь будет всячески освещать различные спортивные мероприятия на «Экстрим Крыме». Если бы существовала премия «Самые мобильные», телерадиокомпания «Крым» стала бы абсолютным чемпионом. Только за последние 4 месяца программа «Утро нового дня» сменила 4 локации. Мы вещали с 16-этажного дома с видом на Неапольский. Проводили эфиры на Черноморском побережье, выходили с самого настоящего ботанического сада, почти джунгли. Ну и, конечно, сейчас мы также не перестаем удивлять. Мы работаем в самом настоящем телевизионном музее. Чего ждать дальше? Смотрите эфиры. Скучно не будет. Антонина Шитова, Максим Турчев. Утро нового дня.